Привет, с вами Полли. Христос воскрес, воистину воскрес. Я поздравляю вас всех православных христиан со светлым праздником Пасхи и желаю всем мира, любви, добра, всего самого светлого и хорошего. Даже если вы не верите ни в какую религию, например, в православную, я могу вам сказать, что я также интересуюсь астрологией. И астрологи говорят, что сегодня очень благоприятный день из-за того, что очень хорошие аспекты. То есть многие люди ощутят какую-то благодать, получат что-то хорошее в жизни, возможно, даже просто хорошее настроение. И в целом день очень благоприятный. И я надеюсь, что у вас будет и сегодня, и в дальнейшем все замечательно в вашей жизни и с вашим настроением. У меня закончился пост. И мой вес, и сколько я скинула, я напишу в комментариях под видео. Я вообще скинула в этот пост немного, потому что я не занималась интенсивным спортом, как я иногда это делаю. И что касается физической нагрузки, у меня были только прогулки на свежем воздухе, и я немного каталась на велосипеде. Кроме того, на 6-й неделе поста я заболела. Причем в разных форматах у меня были проблемы с пищеварением и с простудой. Я вообще перемерзла в один день. И я начала лечиться своими методами. Я не обращаюсь к врачам, я уже рассказывала. Из-за болезни мне пришлось уменьшить мои прогулки. Но тем не менее я гуляла. То, что я мало сбросила веса, это все связано с тем, что у меня был не очень активный образ жизни и не сильно большое количество прогулок и вообще свежего воздуха. После поста я планирую продолжать считать калории и опять сбрасывать вес, потому что за вообще чуть больше, чем за год и 2 месяца я сбросила больше 10 килограмм. Я весила 71 или 71,5 в марте прошлого года, то есть я сбросила больше 10 килограмм, и я как бы к этому иду планомерно, то есть постепенно. Если я, допустим, за месяц сбрасываю 1-2 килограмма, я считаю это уже маленькой победой. Потому что главное, что я их не наела, а сбросила. Даже если это небольшое количество калорий, которые я сожгла, то есть по чуть-чуть я иду как бы к снижению веса. Я считаю как раз это самым лучшим решением для сбрасывания веса. Сбрасывать потихоньку, медленно, без нагрузки на организм. Но как бы нужно это делать регулярно, то есть за месяц вы сбрасываете, например, 1 или 2 килограмма. Даже если вы сбросите 0,5 килограмма и вы их не наедите, это уже маленькая победа. Я вообще планирую после поста минимально вообще как бы употреблять хлебобулочные изделия. Вообще постараюсь почти их не употреблять, но совсем не употреблять не получится. Также я буду продолжать питаться как бы без сахара, но сахар входит в некоторые продукты, например, я люблю питьевые йогурты сладкие, вот туда входит сахар, но чай и кофе я пью без сахара. Также я постараюсь употреблять как можно меньше калорий, у меня сейчас уже вообще как бы за счет того, что я мало ем, организм как бы не требует большого количества калорий, это очень хорошо, я уже перестроилась на этот как бы режим, как всегда. В конце поста я уже ем очень мало. И, в принципе, я не нуждаюсь в большом количестве калорий. Но, конечно, начинаются праздники, начинаются застолья. И понеслась душа в рай. Но я буду стараться после Пасхи продолжать сбрасывать вес. И, конечно, я думаю, что все у меня получится. И если будет как бы настроение и хорошее самочувствие, я подключу спорт. Когда на улице 0 градусов ночью, хотя бы даже, как-то нет такой мотивации, что вот скоро будет лето и жара, и будет легкая одежда, надо всем как бы демонстрировать подтянутое тело, красивую такую подтянутую фигуру. Нет этой мотивации. То есть если будет теплеть, наверное, будет больше мотивации, пока еще на улице довольно прохладно. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как у вас прошел пост, и скинули ли вы какие-нибудь килограммы за этот период. Я еще раз всех поздравляю с Пасхой, желаю всем всего самого хорошего, теплого, светлого. Пусть наша жизнь улучшится, я верю, что должны быть какие-то светлые изменения. По крайней мере, если не в целом для всех, то у каждого должны быть какие-то свои личные счастливые моменты в жизни. Вот я всем желаю, пусть этих счастливых моментов будет как можно больше.
Благодарю всех за просмотр. С вами была Поля. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Всем пока!